Ну что, ребят, как оказалось, мы очень похожи с Моргенштерном. Но главное отличие это в том, что я проповедую Христа, и я за скромный образ жизни, за здоровый образ жизни, за уважение властей и за чистоту в целом. Вот, Алишер за идею жить здесь и сейчас, да, с девочками и кучей денег. Он за то, чтобы не задумываться о жизни вечной. Вот. И он олицетворяет собой абсолютную гордость. И это неправильно. Итак, ребята, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, как говорил Иоанн Предтеча Креститель. И вот такое безголовье вам подтверждает, что действительно Царство Небесное близко, что нужно принять Христа как Господа, креститься, если вы еще не крещены, и уважать власть. Вот. И основная идея – это то, что Господь смотрит на сердце, даже если у вас татуировки по всему телу, и вы такой, такой няшный. Господь смотрит на сердце, ребят. И вторая идея – это то, что наше жительство, наше гражданство на небесах. То есть все границы земные не важны, но все же национализм сохранит нацию, здоровье нации. Ну, у меня, конечно, отдельный случай. Я пришел призвать грешников, а не праведников, к покаянию. Вот такая основная мысль. Так что все грешники, вас призываю. Примите Христа, креститесь и будьте самими собой. И если вам вот так вот удобно сидеть с брюлечками и в очках вот так, то значит все отлично у вас и все в вашем сердце чисто.
И любые нападения бесовские не будут страшны. Потому что сердце чисто, вот почему. И потому что есть абсолютная вера во Христа. Всем пенни, папа, so good, не нужен фэри. Put him on back, boy, girl.